Огненный хай, с вами Инферно. Продолжаем проходить Хантдаун. Давайте загрузимся. Нас ожидает здесь босс Кира Родос. Кира Родос. Так, давайте посмотрим, кто это такая. Обитает она в казино. Ну, в казино, получается, из преступлений. Убийство, отмывание денег, money laundering, брайбери, взятничество. Так, Кира контролирует. Так. Кира контролирует ночные клубы и казино в городе. Подчиняется только Сюгуну, получается. Это четвертый, предпоследний, да, она подчиняется только Сюгуну. Она делает зачистки. Получается, наемный убийца, который использует комбинацию виртуальной и дополненной реальности. Контракт киллер. Для создания голограмм включает свои собственные контролирует казино в центре города, является четвертым боссом. Вот. В общем, как-то так. Давайте разбираться. Наемный убийца. Так, появились мы и вправду возле какого-то казино, прям все так цветасто. А, ну и вот сам вход. Сам вход в казино. Так, главное не торопиться. Главное не торопиться. Так, отлично. Point. Ах ты ж. А, вот и чемоданчик, кстати, внизу. Тот самый робот. Давайте-ка мы ему подбросим. Ну, подбросим. Он мне подбросил, блин. Ладно. Первая потеря жизни. Эх, ни разу не попал, но это смешно. Нет, нет, здесь я хочу начать заново. Конечно, ошибка была сейчас. Вот так вот, вот так вот мне нравится. Идеальное начало, можно сказать. Чемоданчик подобрал. Ё-моё, две жизни. Кстати, зря я, наверное, потратил его. Ну ладно, пойдемте вверх. Надо было на босса потратить. Бежим, бежим, все трясется, ничего не вижу. Да ё-моё, экран так трясся, что я просто ничего не видел.
Тихо, тихо, тихо. Надо было просто понизу бежать, и все было бы нормальным. Гейм-рум, игровая зона. Какой прыгучий, а? Так, ладно. У нас ничего нету. Point. Отлично, нового выстрела забирает снайперка. Ё-моё. Жизни мне потратила. Я же нагнулся. Я же нагнулся. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, она лишь куда не Сейчас было неплохо. Нет, возьму-ка я лучше дробашак. Вот, видимо, финальный босс. Вот она, вот она. Голограмма, я же говорю, она как в виртуальной реальности, она. Комбинация виртуальной и дополненной. Мой сигнал настолько силен, что он тебя убьет. А, ну вот, она типа играет за компьютером, видите? Ну нет, нет, так не пойдет. Я не дам тебе. Ничего себе. Ничего себе. Милка. Тихо, тихо, тихо. Ай, зря прыгнул. Змеюка какая, а? Ай-яй-яй, как он меня догнал, а? Я так думаю, это еще, наверное, не все. Ничего не видно, опять экран задрожал, блин. Змеюка, а, попала. Да ё-моё. Ах ты ж. Чё долго стоять так будем?
Гадина. У меня реакции нету. Ай-яй-яй, два раза задел меня. Два раза. Ой-ой-ой. Да ё-моё, опять я... Миюка. Ой-ой-ой, опять они. Сюда. Есть. Ой, это такое. Ё-моё. А, надо по ней стрелять. Нет. Так. Эй. Ну а как от этого спрятаться? Я не знаю, как тут уже разиться, ё-моё. Два раза попало по мне. Ах, ошибочка. Так, ладно. Эх, попал. Что делаем? Че не то делаем? Так. Show me what you got, baby.
Ай, ну как я вниз-то спрыгнул? Попал, блин, а повезло, гадин. Так, ладно. Сейчас будет этот. Змея, змея тут будет. Это вот я не знаю, как с этим бороться. А, здесь можно понизу стрелять, нормально тогда. Да ё-моё! Да ё-моё. Да ё-моё. Это ошибка, не надо было жизни тратить. Либо мне еще пригодились бы. Либо мне еще пригодились бы. А, вот же здесь можно, кстати. А, так тоже бывает, что ли? А! А! Да ё-моё. Жизни опять мало. Его не хватит. Да ё-моё, одна жизнь осталась, все. Не хватит этой жизни. Don't be afraid.
Да, одна жизнь, конечно. Чего? Как я выиграл? О, я гранату эту забросил. Эту гранату мощную я бросил. Ё-моё, чё ж я раньше её не бросал, эту гранату, а? Вы видели, как она просто накрыла её? Настолько быстро я сам не ожидал даже. У, вот он самый главный босс, Сюгун. В принципе, если знать, короче, как валить вот этими фишками, то несложно, несложно проходить. По факту несложно. Но когда не знаешь, я вот здесь просто на рандоме нажал сейчас и так получил. Я до этого тоже нажимал, но она почему-то не срабатывала. Ладно, всем удачи, пока. Это была сложная миссия для меня. Не ожидал.